Напомню, Челябинск стал первым городом, где была реализована реформа местного самоуправления. 5 лет назад во всех 7 районах Южноуральской столицы состоялись выборы депутатов в районные советы. Главной задачей реформы была приблизить власть к народу. И, как показала практика, наладить контакт получилось. Ведь теперь на одного депутата приходится не 40 тысяч человек, как было раньше, а не более 5 тысяч, это около 10 дворов. Их можно было обойти за один день и понять, чем живут люди, какие у них проблемы, что нужно решить в первую очередь, какие вопросы их волнуют, что нуждается в усовершенствовании. Таким образом, депутат становился неким связующим звеном между людьми и властью и мог продвинуть интересы людей на более высокий уровень, мог защитить их интересы. Эксперимент было решено продлить, и 8 сентября челябинцам предстоит в очередной раз выбрать депутатов в районные советы, который в дальнейшем сформирует новый состав городской думы.